Здравствуйте, товарищи студенты! С вами Иван Потылицын, и сегодня мы зарегаемся на GitHub, запушим туда свой репозиторий и добавим друга в команду. Поехали! Работать с репозиторием чуть сложнее, чем с обычными папками. История версии — это хорошо, но стоит ли она лишних действий? Вопрос спорный. Все меняется, когда в игру вступает удаленный сервер. Самый простой способ завести себе такой сервер — создать бесплатный аккаунт на GitHub. Когда аккаунт создан, прямо в веб-интерфейсе можно создать пустой репозиторий на сервере. От локального его будет отличать наличие URL, по которому серверный репозиторий будет доступен 24/7 в любой точке мира, где есть интернет. Для того, чтобы перенести на сервер все наши наработки, нужно изменить настройки локального репозитория и указать ему URL удаленного сервера командой git remote add origin. Origin — это дефолтное имя удаленного репозитория. Существует возможность добавить и другие удаленные репозитории и дать им имена, но для наших задач это будет перебор. После того, как имя добавлено, нам остается только сделать push на сервер. Команде push нужны два аргумента – имя удаленного репозитория и имя ветки. Также стоит добавить в команду flag u, чтобы этой же командой настроить в локальном репозитории upstream – комбинацию удаленного репозитория и ветки для push и pull по умолчанию. Во время пуша сервер попросит аутентифицироваться. Когда все получится, можно будет зайти в веб-интерфейс нашего нового репозитория и увидеть всю историю нашей работы в графическом интерфейсе GitHub. Чтобы заценить красоту и мощь Git, давайте склонируем репозиторий сервера на Raspberry Pi под управлением Linux, копируем URL репозитория и выполняем команду git clone в любой удобной папке. Аутентифицируемся и получаем наши файлы в файловой системе с совершенно другого компьютера. Без флешек, без Google диска и даже без Telegram. Давайте изменим один из файлов и запушим изменения на сервер командой git push. Вернемся на компьютер под управлением Windows и вытянем изменения командой git pull. Проверим файл, который мы изменили. Балдеж! Думаю, вы уже догадались, но я все-таки явно покажу, насколько поднимается надежность хранения важных файлов при размещении их в репозиториях на серверах. Давайте удалим репозитории на винде и малинке, а после этого очистим корзины. Нажимая «Да», пользователи папок прощаются с файлами навсегда. А мы с вами можем заново сделать клон с самой последней версии нашего проекта. Любой его версии, если быть точным. Да, сервер может сломаться или стать платным, а злоумышленники могут удалить ваш репозиторий. Но пока хотя бы на одном компьютере есть хотя бы одна локальная копия, вы всегда можете запушить весь репозиторий на новый сервер и сделать клон сколько угодно раз. На худой конец, можно скопировать репозиторий на флешку и запушить с другого компьютера. Ведь это все еще просто папка, хранящая историю в скрытой папке .git. Для первого знакомства с Git нам осталось только предоставить другу доступ к репозиторию и попросить его сделать коммит. На GitHub для этого нужно зайти в раздел управления доступом в настройках репозитория и добавить пользователя по его почте или юзернейму. Товарищу придет письмо с сообщением о предоставлении доступа. Ему останется принять его и воспользоваться теми же командами clone, commit и push, чтобы поучаствовать в вашем совместном проекте. Для красоты можно добавить в корень репозитория файл readme.md, содержимое которого веб-интерфейс GitHub оформляет в соответствии с языком разметки Markdown в красивое человеческое описание вашего репозитория. На этом заканчивается занятие, но только начинается знакомство с Git. Ищите и изучайте технологии, тренируйтесь их применять и создавайте свои продукты, которые продолжат менять наш мир к лучшему. До скорых встреч!